Вылучшение делегатов на 6-й Всебелорусский народный сход практически завершено. Как огучивалось ранее, у агульнонациональном форуме прими удел 2700 человек. Представники усих слоев населения от каждого региона. От нашей области у Минск накируется 310 гродинцев. Проведение Всебелорусского народного сходу запланировано на 11-12 лютого у Минску. Работа по вылучению кандидатов на удел у 6-м Усебелорусским народным сходе на Гродинщине подходит до завершения. Уже складены списы удельников форуму от Белорусского республиканского союза молоди, Белорусского союза жанчин Белой Руси. Своих делегатов вызначили и у областным объединении профсоюзов. Их имены были затверждены на посяджении Федерации профессийных союзов. Завершилось выдвижение кандидатов на Всебелорусское народное собрание. Этим правом обладают 12 отраслевых профсоюзов, общая численность которых превышает 100 тысяч человек. От нашей Гродненской области выдвинуто 127 делегатов из этих 12 отраслевых профсоюзов. Это люди, которым доверяют свои интересы трудовые коллективы, профсоюзные организации, разных должностей, профессий, от рабочего до руководителя, учителя, работники АПК, наиболее многочисленная делегация, медики наши. Параллельно профсоюзы рыхтуюць прапановы на 6-й Усебелорусскі сход. Со своими инициативами уже вызначыліся работники адукации, медицины, культуры. Сярод узнятого занятость повышение заработной платы, профессийное стимулирование. Менавіта гэтыя темы найбольш хвалюють гродзенцев. А значим, что гэты іншыя пытанні папярэдне акумулявалися и на диалоговых пляцоўках. У рамках працы громадских приемных свои меркаванні громадяне могли адресовать на адмысловый интернет-ресурс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.